Сегодня приготовим чизкейк Нью-Йорк. Возьмите печенье, измельчите его в крошку. Добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте. Возьмите форму 20 см и застелите дно пергаментом. Большую часть основы распределите по дну толкушкой. Из 1/3 сделайте бортики. Поставьте в холодильник на 1 час. Для начинки возьмите творожный сыр, добавьте сахарную пудру. Перемешайте. Далее влейте 150 мл жирных сливок и добавьте сметану. Перемешайте. По одному добавьте яйца. Теперь ванильный экстракт и кукурузный крахмал. Перемешайте. Далее сок лимона. Влейте начинку на основу и поставьте в духовку 170 градусов на 1 час. На дно поставьте форму с водой. Затем в выключенной духовке оставьте на 2 часа и после этого остудите в холодильнике 6 часов. Чизкейк полностью готов. Можно украсить ягодами, полить любимым джемом, а я использовала шоколад с клубникой. Это просто идеальное сочетание. Если понравилось, ставьте лайки и сохраняйте себе рецепт.